Ну и в завершении выпуска к новостям спорта. Первое официальное первенство среди юниоров по вольной борьбе в памяти легендарного борца Николая Захарова прошло в минувшую субботу в Якутске. В турнире участвовали триумфаторы первенства России, Европы и мира. Победители и призеры войдут в сборную республики для участия в первенстве Дальнего Востока в Хабаровске и международном турнире памяти Романа Дмитриева в Якутске.